Обзор по паре новозеландского доллара к американскому доллару, часовой график. Несмотря на более сильные данные по продажам на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах, это не привело на вчерашнюю американскую сессию к усилению американского доллара и, как следствие, достижению очередной раз уровня поддержки 71,27. Это на тот момент уже демонстрировало ожидание участников рынка публикации протокола Комитета США по открытым рынкам, что в 21 час привело к повсеместному ослаблению американского доллара в отсутствии прочих деталей, которые не были сказаны до этого представителями Федеральной резервной системы. И как следствие для данного рынка это вылилось в коррекцию, которая продолжается и по текущий момент. Ослабление американского доллара, вероятнее всего, продолжится и в течение сегодняшней торговой сессии. И принимая во внимание то, что на более глобальном уровне, на 4-часовом графике, наблюдается четкая нисходящая динамика цен и то, что котировки приближаются как уровню сопротивления 72.40, так и линии сопротивления нисходящего тренда с 4-часового графика. Более вероятными при достижении данного пересечения факторов сопротивления нисходящее движение на данном рынке с последующим достижением ближайшей поддержки, в результате чего рекомендую продажи при достижении ценой зоны сопротивления у 72.40 и удерживать позиции до поддержки 71.27.